Такое поручение губернатор дал в ходе встречи с жителями Северского района. Одно из крупнейших предприятий края, Афипский хлебокомбинат, в прошлом году было вынуждено снизить объемы производства. Все дело в том, что на прилавках магазинов все чаще стали появляться хлебобулочные изделия из соседних регионов. Недорогие и не всегда качественные. Афипский хлебокомбинат, генеральный директор. У меня такой вопрос, это озабоченность не только моя, а всех хлебопеков края. До каких пор ростовские хлебопеки будут забрасывать нам своим хлебом? И не совсем качественным. Ну, давайте рыночным способом попытаемся сегодня сделать так, чтобы в нашем регионе все было наше. Но рыночным способом. И без вас здесь ничего не сделать. А не проще ли вам, допустим, кредитовать сегодня фермера на корню, на стадии посева? То есть сразу фиксированная цена, вы ему даете деньги на посевы, вы даете, да, берете с него и риски на себя берете за урожайность. Ну и гарантированно потом покупаете, забираете пшеничку по фиксированной цене. И это же будет существенный вклад в себестоимость ваших хлебобулочных изделий. Также губернатор поручил разработать краевую программу, которая поможет предприятиям модернизировать производство. Это позволит удешевить себестоимость местной продукции.